Привет! Я не снимал эту рубрику давно. Закончилась она тем, что я проиграл Якиндеру и начал тильтовать, и господи, что происходит. Выиграл Зевса, выиграл Антику, выиграл Досю. Счет мой 3-1. Сегодня я играю с Бумичем. Никаких спойлеров в названии ролика, в описании, в комментариях, надеюсь, не будет. Игра завершилась, и моя поддержка сзади. Вот этот парень в очках, он топовый. Это Бумыч. Он приехал к нам в гости из буткемпа специально. Поставьте лайк за это. Ребят, за такой контент я не знаю, сколько нужно лайков просить, но давайте 1030 наберем, я не знаю. И следующая катка, я не знаю, с кем произойдет, потому что Бумыч из Нави, это как моя финальная была серия этой рубрики, но что-то мы ее запустили в четвертой. Нет, пятой. Ладно, все, друзья, приятного вам просмотра. Сиквел-то следующий. Приятного просмотра и спасибо, то, что вы меня смотрите. Погнали. Мы уже на сервере, Бумыч не смог настроить вебку. А мы играем бо 3 на этой карте, без АВП. Не пикаем дальше половины карты и кайфуем. Окей. Играем серьезную катку, без каких-то там подаваний. Конечно, полный фокус. Фулл фокус. Окей, полетели? Гудлакте? Да. Давай, гудлакте. Давай. Могу тебе вопросы иногда задавать какие-то? Да, конечно. Окей, все, полетели. Так, я очень боюсь словить от тебя первую пулю. Я не пойму, насколько ты хорошо играешь. Так, ладно, уже хорошо. Слушай, ну через пару дней у нас турнир уже надо в форме, понимаешь? Если я проиграю здесь аимку, то надо задуматься. Да, ты сейчас играешь за роль рифера, поэтому да, тут, конечно, критично. Ну, с такой этой графкой... Знаешь, у нас есть король аимы в команде, это Егор Фламио. И мы с ним иногда на буткемпе садимся и играем так бесконечно просто. Там 150-150 у нас счет. Да, то есть вы играете наравне плюс-минус. Да, но под конец он, короче, разыгрывается и начинает выигрывать. У меня без шансов подряд раз 40. А симплом ты часто играешь? Не, симплом я не играю. Ну, как-то не играет аимки, не знаю. Ну, на играх, кстати, поднялся. Да, но он раньше играл. Но просто нельзя ошибаться, там один шанс стрелять. На просцене? Да. Там не прощают. Вот примерно как меня сейчас не простил ты. Слушай, я два раза... Я ждал, что ты меня не простишь. Я тоже... Я очень долго стоял открыто. Вот сейчас нормально вышел. Ох, 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 ох. Опасно. Знаешь, я сейчас был как честный такой человек, который не стрелял, пока ты ган не возьмешь, а ты мне взял лад не дал. Нет, давай не будем так делать. Стреляй, когда хочешь. Ну ладно, это хорошая карта. Половина. Да, good half. Ты знаешь, с кем я уже играл? Расскажи. С твоим прошлым тиммейтом, Зевсом. И как? Ну, выиграл. Ты у него или он у тебя? Я у него. Так, ну все, я собрался, меня испугал теперь, потому что Даня не так плохо стрелял. Серьезно? Да. Это классно. Ну, не, ну мне сложно было, там один раунд решил судьбу. А, ну тогда ладно еще. Тогда все, расслабляешься? Не-не-не. Надо, знаешь, одну игру так да, пристреляться, а вот на второй карте надо прям постараться очень жестко сыграть. Это твой план действий? Да, на первой надо пристреляться. Эх, что-то я тебя упустил из виду. Да, да, то же самое, я мидл чеку. Так, нужно собраться, уже 9 раундов, это очень близко. Сейчас пару халяв и все, уже равный счет почти. Какой потный раунд, мне страшно. Ай, да да ладно. Знаешь, я сейчас ожидал, что я на широком выйду и поставлю точку, знаешь, так красиво. Да. Вот. О, вот как сейчас, но почему-то не засчитало. Ладно, ГГ. Так, ГГ. Слушай, ну было непросто, я тебе могу сказать. Я не могу не посоветовать вам проект CyberShock в этом ролике, потому что этот ролик посмотрят те люди, которым интересен киберспорт, которым интересны игры 1.1 и так далее. Все это можно развивать и на моем проекте. Я прошлую рекламу записывал здесь, когда было игроков около 20 тысяч. Внимание, сейчас их 40 тысяч. Это огромный скачок, и цифры растут каждый день. Все потому, что проект реально стреляет. Deathmatch, HSDM, Pistol DM, Arena, Execute, Retake, дуэли. Кто шарит, тот поймет, как это классно работает и повышает твой скилл. Поэтому, если ты хочешь, ты можешь прямо сейчас, в сегодняшний день, перед катками начать разминки на CyberShock. Тем более, мы сегодня завезли премиум сервера. Если ты 3000 элла плюс, либо про-игрок, либо стример, либо ютубер, ты можешь играть на этих серверах. Здесь будут играть про-игроки. То есть, здесь уровень игры совсем другой. Понятное дело, ты можешь также купить доступ к этим серверам. Это все делается на сайте. Также мы добавили топ-игроков. Вообще, это новый сайт. Я еще не делал рекламу этого сайта на моем канале. Мы добавили профиль, то есть, ты можешь смотреть свою статистику, как ты отыграл, насколько долго ты играешь. Плюс, можешь активировать мой промокод. Просто вводишь шок, и ты получаешь 10% на все, что ты будешь покупать здесь. То есть премка тебе обойдется 314 рублей всего лишь. Она стоит 350. В общем, ребят, мы делаем жесткую экосистему, поэтому
вступайте, попадайте в историю. Проект растет, и все это благодаря вам. Поэтому жду вас в паблике ВКонтакте, где мы все будем обсуждать, и жду вас на серверах и так далее. Ну а совсем скоро я запишу отдельный ролик про Сабершок, потому что его давно не было, а изменилось очень много чего. Ну а сейчас тебе приятного просмотра, и не забывай, что я тренируюсь на Сабершок.нет. И, кстати, пока я играл катку с Бумичем, я весь красный, я записываю эту рекламу после катки. Сзади Дилайт, справа... Я хотел сказать Пумыч. Сзади Пуша и Кекс. В общем, они поддерживали меня, и я не записываю ролик сзади меня. Этот ролик будет на лайв-канале, а как это было за кадром. Ну а мы идем дальше. Ну что, вторая карта, ты готов? Сейчас это мясо разорву пол. Да, шучу. Погнали. Ладно, все, я собрался максимально. Давай, вот эти слова. После мяса обидно очень. Я очень голодный еще. Утром, еще не позавтракал. Тобой позавтракал. Чего ты завтракаешь? У меня будет завтрак еще. Чего ты завтракаешь обычно? Яичница, как обычно? Обычно. Не, я обычно яблочки зеленые ем. Последний месяц. Лучше себя чувствуешь или так? Ну нормально чувствую себя. Просто они аппетит как-то не убивают. Давай, я тебя жду. Нет! Не жди меня, по-братски. Ну что, друзья, 16-0 или как? Вот это. Я даже тебя не увидел, если честно. Я увидел, что ты зашел туда, потом сделал обратный стрейф. Ребята! Так, надо проверить, если чит сможешь на серию реплющить. Я купил фейсы. Меня всегда это держит напряжение, когда я вижу за ящиком тебя каким-то, и проходит 2 секунды, и ты не открываешься, никто не стоит, знаешь, у меня откуда. Ладно, я понял, что калаш это, походу, не мое. Ладно, я понял, что у меня мало шансов. Добрый день. Пригорело? Да, немножечко. Нем... Расслабься. У меня тоже совет, расслабься. Так, я попал в ловушку. Кто, расслабится или нет? Делаю вантап, это игра моя. Нет, не моя, представь. Че ты делаешь сегодня? Ай-яй-яй, 6 хп. Full focus. То я чувствую, что игра уходит из-под моих рук. Да, вот примерно сейчас. У тебя там full focus, ты даже не разговариваешь. Ты собран такой сидишь. Слушай, да. Ай! 2 хп! Хорошо. Как мем такой чувак за партой сидит, у него такие вены лезут. Да, похоже. Не, все, я спотел по-настоящему. Нет! Это был самый важный раунд. Он решает все. Ладно, эта тактика не сработала. Нет! Куда я вылез? Зачем? Это была ошибка. Один раунд. Не влазишь, хорошо, не влазишь на широкую. Да! Следующего игрока на себя. Там не, 1-1, подожди. Эй, Рипа, чемпион. Ну все, я готов. Хорошо. Ах, черт, сразу такая грязная. Вообще непонятно. Собрался. Уже, да, уже без шансов вообще. Да, без шансов. Ай, куда я лечу? Боже, я просто бегаю по карте. Повторяем счет первой половины, либо, возможно, я еще лучше сыграю. Да, сейчас тебе будет тяжело. 10-5 уже, знаешь, нет уверенности у тебя. Да, 9-6, один раунд разница, по сути, но выглядит как-то увереннее. Ладно, считай, что это пистолет. Ну да. Это было по красоте этого. Это абузеры! Это абузер на коровке. Я
так был плох в этом раунде, но слава богу, я убил тебя в тело. А, нервишки шалят уже. Представляю, насколько ты сейчас нервничаешь. Заигрался. Поймал, он не убежал. Так, хорошо. Хладнокровность нужно оставлять в такие моменты. Сейчас такая музыка должна начинаться в видео. Нет, фак! Так, хорошо, тут допы нормально. Так. Это игра интереснее, чем с Зевсом, да? Тут уже 16-14. Чувак, я весь потный, я прям потею жестко. И морально, и физически, это ужасно. Ты был близок в этом раунде. 8 хп. Ну вот представь. Так, так обидно то, что один раунд мог бы решить. Ну не сдавайся, А я зачем-то префайром стрельнул. Да. Пробегаем. Ты просто в моем экране пробежал, знаешь, так. Хорош. Отбивай. О! Хорош, это было очень жестко. Фак! Один раунд остался. Три подряд надо брать. Видишь, уже два. Но я не дам этот раз себе сделать такой камбэк. Сот мне тоже позиция. Да! Хорош! Я так переживаю, как будто я сам играю в это. Он в тильте, Эрик, дави, до конца уже, все, пухлю. Да, неприятно. Ладно, я освобождаю место. Это очень плотно было. Дожал. Слушай, ты не знаешь, куда можно сейчас устроиться, пойти на работу? Я открываю скоро организацию Cybershock, поэтому приезжай в Питер, будешь в составе. Ну я тренером буду, потому что с тренерами пока проблема. Фак, Бумич, спасибо за игру. Да не за что, тебе тоже спасибо за игру. Я сейчас просто смотрю в монитор и не понимаю, что произошло. После Зевса не было таких эмоций. Я сейчас понимаю, насколько это жестко. Надо в конце сказать, Симпл, ты следующий. Оксимирон, ты следующий. Оксимирон. Да, фак. Ребят, спасибо за просмотр этого ролика. Не забудьте подписаться на этот канал. На 2 миллиона подписчиков мы разыгрываем Жигулор. Поэтому давайте быстрее подписываться и тренируйтесь на cybershock.net, чтобы играть так же. Ссылка есть в описании. Сейчас мы включили промокоды, поэтому вписывайте мой промокод ШОК и получаете 10% на все, что вы будете там покупать. Ой. А я пошел отдыхать и покупать новую камеру, потому что эта вебка — это говно какое-то. Все, друзья, давайте. Ушел.